Сейчас я хотел бы позвать микрофону главных героев сегодняшнего вечера. Это представители научной жизни Эрмитажа. И первым хотел предоставить слово Сергею Олеговичу Андросову, руководителю отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа. Добрый вечер. Наверное, уже почти все темы уже использованы. И Екатеринбург, и Петербург, и неделя Эрмитажа в Петербурге, филиалы. Поэтому мне хотелось бы несколько слов о картине, которую вы увидите. Может быть, выбирая последующий характер. Значит, когда мы говорим о бельгийской, фламандской живописи 17 века, то всегда возникает перед нами имя Рубенса, действительно, с мощными фигурами, с мифологическими сюжетами. Но у фламандской живописи было и другое лицо, и другая традиция. Это традиция, связанная с живописью 15-16 века, с миром бесконечно малых величин, когда художники подробно и тщательно выписывали все детали. И вот Давид Теннерс, который представлен сегодня одной картиной, он продолжал скорее эту традицию. Его произведения очень ценились в свое время, они драгоценны по живописи и очень тщательно выписаны. Картина «Жатва» выбрана нами по целому ряду соображений, но, во-первых, она является и пейзажем, и жанровой картиной. С другой стороны, там есть и некоторый элемент морали. Слева изображены люди, которые работают, которые занимаются сельским хозяйством, они выделены как бы солнечным светом, а справа люди, которые праздные, которые играют в кегли, курят, просто прогуливаются. Значит, художник как бы их так слегка осуждает. Также как удалось подготовить целые стенды, посвященные творчеству этого художника, потому что Эрмитаж обладает уникальной его коллекцией, больше 30 вещей, и когда был юбилей, было 400 лет со дня его рождения, в 2010 году, то юбилей Натальи Павловны, в основном его персональную выставку. И картина интересна еще с одной стороны, что она происходит из собрания знаменитого географа, путешественника, ученого Петра Петровича Семенова Тимшанского, независимо от своей основной деятельности, собирал картины и с тем, чтобы восполнить пробелы Эрмитажа. И потом он продал эту большую коллекцию, которая насчитывала около 700 картин Эрмитажу, и в их числе была вот эта «Жатва» Теннерса. Таким образом, это еще воспоминание о человеке, который, между прочим, редактировал многотомное издание, посвященное России и всем ее областям. Вот, наверное, это то, что нужно сказать, чтобы ввести вас в эту картину. Ну и в заключение мне хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке, как со стороны Эрмитажа, так и со стороны Екатеринбургского музея, и особенно нашего куратора Наталью Павловну. Спасибо.